Здравствуйте и добро пожаловать в Магнитогорск. Сегодня в уральском меню главный пункт, нет, не пельмени. Сегодня отличный хоккей, металлург и автомобилист. Уральское противостояние, кстати, уже четвертое в этом сезоне. И очень быстро, очень четко действует связка игроков металлурга. Несколько точных передач, и как бы не было сильного давления, эти передачи позволяют давление снизить. А сейчас гол! Галкин пропускает. Отелло отдает. И вот дальше врывается во вратарскую Брэндон Козу. Задевает Галкина. Бросок не получился. Козу, наверное, последним коснулся этой шайбы. Давайте с этого плана посмотрим. Самое интересное, действительно, ракурс. И было ли какое-то воздействие со стороны 15-го номера? После видеопросмотра определено. Помехи вратарю нет. Хороший гол. 1-0 металлург. Передача из-за ворот. Вот тут уже в борьбу. Белоусов ставит корпус. Выигрывает борьбу у Козуна. Оделло достается у борта. Это Павел Дацук. Вот о чем я говорил. Сегодня планка задана. Бросок. Гол! Передача шла на Белоусова. Отскочила к Василевскому. Бросок. И вот от Оделло. Или от самого же Демченко, как там ни было, шайба заходит в ворота. Алексей Василевский становится ее автором. Сильный пас, но все равно шайба не доходит до ворот. Кулемин вместе с партнерами выигрывает борьбу. Антипин, Расмуссен, новый заход, бросок, гол! Великолепное попадание, Денис Расмуссен! Летает шайба в притирку со штангой. Десятый гол, 33 очко Дениса Расмуссена в этом сезоне. Трямкин. Сильная передача. И тут же короткий розыгрыш. Несколько быстрых передач. Бросок Березина. Гол! Питер Холланд подставляет свою клюшку и сразу благодарит Березина за этот наброс. На трибунах арене «Металлург», и у них сейчас настроение улучшается. Здесь, посмотрите, одна передача, вторая, и такой бросок. Холланд шайба угодила. Давайте с этого плана попробуем оценить. Там клюшку подставил, просто изумительно дотянулся до этой шайбы и аккуратно между щитов вратарю ее направил. Березина нам показывает, он передачу зарабатывает, это не автор гола. Таке Холланд справа, получает шайбу Питер Холланд, передача на пятак, и Плэт подставляет клюшку, но затем Демченко реагирует и останавливает эту встречу. Хороший момент создает авто. Вы видели специальную табличку со статистикой, но на всякий случай повторю, Магнитка 14-я по меньшинству, 30 пропущенных шайб, 80-я шайба. Очень удачный получился для Магнитки, неудачный для авто. Ну а Расмуссен так вообще исполнил мастерски дальний угол. Ух ты, какой рикошет! Гол! Доус отдает, Мэйсик с лёта попадает по шайбе, опускает ее на лед. Бросок из-под защитника Артема Минулина. Шайба заходит в ворота. Второе очко Брукса Мэйсика в этой встрече. 42-й балл в этом сезоне. Выводит игру из своей зоны. Нет сирены. И вот теперь она звучит. И вот теперь она фиксирует победу автомобилиста. Вторая победа авто над металлургом в этом сезоне. Первая победа в основное время. Два очка берет команда Андрея Мартемьянова. Серия поражений металлурга продолжается, увы, для команды хозяев. Три поражения подряд и лишь одна победа в последних шести встречах. С учетом сегодняшней шайбы Брукса Мэйсика становится победной. И эта шайба меньше, чем за 2 минуты до конца встречи.